сказали, кусочек небольшой, поэтому... И вот я опять в своей квартире, неожиданно через 25 лет оказываюсь. Самый любимый, конечно, экспонат – это диванчик. Любимый. Меня пугал отец в детстве. Засунь пальчик льву. И потом, значит, я так все рукой дергал, пугал меня. Это тоже, кажется, не... Нет, это гостиная уже не Федора Васильевича.